Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня покажу вам еще один рецепт. Вот у меня есть такие две замечательные рыбки, свежие абсолютно. Поймал их вчера вечером, лично сам. И хочу показать вам, как готовить такое, как делают юкалу. Много спрашивали людей. Кусочек просто сделаю, небольшой ролик. Но для начала нам нужно ее разделать. Приступим. Так, рыбка, не мытая водой. Вот я ее обтер ножом, вот так все соскреб с нее, всю дяку, видите? И все, водой не моем. Вот первая причина в том, что рыба портится, это ее моют. Просто все вычищаем ложкой, тряпками. Видите, вот сейчас ее выпорол, это самки, икру я посолил вчера. Это вот, сейчас сделаем. Длина ножа нужно ее разделать по спине. Разрезаем. Голова нам здесь не нужна. Делаем вот так подрез, поклонничок. И вот сюда выводим. Теперь ведем ножом по ребрам. Как филе снимать, я думаю, все знают, да? Здесь под ребрами. По ребрам ведем ножом. Все, обрезаем. Неудобно. Вот такой смак. Отрезали. Тешу срезаем. Это будет отдельная закусочка, мы ее сделаем вместе с юкалой. Одна штука зря. Ее многие не любят, а мне больше всего она нравится. Все, видите? С этой стороны переворачиваем рыбку и делаем то же самое. Оп. Вторая готова. Друзья, ну вот на юкалу нам потребуется вот такой кусок рыбы. Вот разделал я, видели, да, как его, косточки с него вырезал. Снял филеку, кожа остается. Рыбка не мытая водой, обтертая насухо, по возможности, насколько мне это удалось. И давайте сделаем классическую юкалу. Делается она так. Вот этот пластик, видите, брюхо срезалось, чтобы рыба должна быть одной толщины, этот кусок, ну, максимально одинаковой толщины должен быть. Когда мы будем его вешать вот здесь за хвостик, здесь делаем отверстие. Отверстие делайте не по вдоль, а поперек. Вот так. Вот крючок. Готово. Вот. Важный момент. Теперь, что нам нужно сделать? Взять тонкий острый нож, желательно. И вот под таким углом, примерно, вот под пальцы вот так вот ставим, чтобы было, ну, одинаково. Прорезаем до кожи. Кожу не режем. И максимально тонкие делаем надрезы. Чем тоньше, тем лучше. Они прям должны аж светиться. Юкала делается не только из киты, из любых лососевых рыб. Из линка отличная штука выходит. Ну, сейчас есть кита, делаем с киты. Если бы я рыбу маленько приморозил, было бы удобнее нарезать делать. Но она делается из свежей рыбы. Максимально постараюсь вам показать весь процесс приготовления так, как он есть. Нанайцы заготавливают ее до сих пор и довольно таки больших количествах. Но они сейчас
отступили от канона и делают ее уже маленько не так, как, скажем, там 30-40 лет назад. Сейчас я вам покажу. Оп, и объясню, что не так, что изменилось в классическом рецепте изначально. Смотрите, что мы имеем. А имеем вот такую вот штукенцию. Видите? Ну, в общем-то, вот это вот уже и есть юкола. Ее сейчас нужно взять, вот здесь, привязать веревочку и вывешать на улицу, на ветерок, чтобы она проветрилась. Внизу разжигают небольшой костер, чтобы мух отгонять. И она высушивается прям полностью в ноль. Без соли, без сахара, без чего-либо. Вот просто сырая рыба. Вывешивается и все. Она маленько с душком получается. Она чего там греха таить, подтухает. Но это все дело потом высыхает, пересыхает. И получается, ну, еда. Я бы не сказал, что это деликатес. Это на любителя штуковина. Но из этого, вы поняли, да, смысл, если кто-то хочет попробовать, попробуйте ради бога, вот режьте это такие тонкие полоски и вывешивайте несоленую, и то, что получится, попробуйте на вкус. Я просто не хочу портить хороший кусок рыбы, потому что я там небольшой фанат подтухшей рыбы душком. И я вам предлагаю маленько модифицировать этот рецепт и отойти от оригинала, вот просто взять и повешать его и испортить, грубо говоря, хорошую рыбу, а взять... Вот у меня есть икорный тузлук. Солил вечером икру, тузлук стек с нее. Ну, это солится, где как, варится, давайте я скажу, чтобы не было там вопросов. Варится тузлук, очень крепкий. Сыпется соли столько, пока она не перестанет растворяться в кипящей воде. То, что кидает картошку или яйцо, это херня, это, извиняюсь, конечно, но это слабый тузлук. Тузлук нужно варить крепкий. Сыпем соль, пока она не перестанет растворяться. Даем всему эту соль, берем крупную обязательно, это важно, без добавок, которые там есть, для, чтобы она не слеживалась. Каменную крупную соль обычную. Варим тузлук, даем ему остыть, он отстаивается. На дне остается слой песка, аккуратно. Все, смываем первый раз икру, залили, слили. Ну, рецепт на видео есть, я поставил вот здесь ссылочку наверху, подсказочку. Затем мы заливаем икру на 3-5 минут, кому как нравится там по соли, до 7 минут. Варьируется дело. Все, икра стекает ночь. Ее в банке раскладывают, убирают и все. Ну, короче, вот остается вот этот узлук от икры. Это классная штука. Ее обычно выливают, да почти все выливают. Те, кто знает, не пользуются. Этот узлук можно также использовать не только от красной икры, но и от щучьей икры там или от сазанячей. Неважно. Можете сделать филе сазана таким способом. А щука получается вообще отлично. У меня есть на канале видео про щуку. Я делал похожим способом. Но смотрите. Вот эту рыбу, просто вот так, соль, она как бы обжигает сейчас края рыбу. И каждый вот так вот постарайтесь, маленько повошкайте ее там туда-сюда, побулькайте. Видите? Чтобы она попала между каждой пластинки. Ну сколько тут времени прошло? Несколько секунд. Этого более чем достаточно, чтобы это все дело просолилось. Если на найце делают оригинальную юколу вообще без соли, но это есть невозможно. А вот такую штуку, вот, все, сейчас она у меня, как подвешу на дракона, она у меня стечет, и я вывешу ее на балкон. Вот такая красота. И рыбка заварится как следует, как надо. Не будет неприятного запаха какого-то. И смотрите, какая она вытянулась, здоровая стала. О. Буквально несколько секунд опустили, прополоскали. Не промываем. То мне часто спрашивают, промывать рыбу. Нет, рыбу больше не мочим. Враг для вяленой рыбы – это вода. Какие-то кусочки там, если висят, отрывайте их безжалостно. Они ни к чему. Вот. Все. Сейчас ее повешу. О, стечились. Так, ну вот, друзья. Прошло, наверное, дней 10,
юкола болталась у меня на балконе. Вот что из этого получилось. Она высохла. И вот такая вот штукенция получилась. На вкус чуть-чуть соленоватая. Почти пресная рыба. Оригинальные делают вообще пресную. Нисколько, ни грамма соли сюда не добавляется. Ну, на вкус, не знаю, как закуска под пиво. Наверное, это будет неплохо. А так вот, чтобы делать там в глобальных масштабах, как это заготавливают тунайцы на Дальнем Востоке. Ну, раньше, сейчас уже такого не делают. Не знаю, я, наверное, не стал бы делать много. Так вот, чисто для пробы, можно сделать, попробовать. Может быть, понравится. Ну, вкус, скажу вам честно, специфический, на любителя. Ну, есть можно. Чтобы вот это такой аховый деликатес, я бы так не сказал. Интересное блюдо. Попробовать ради интереса сделать стоит. Чтобы понять, нужно вам это или нет. Ну, я, пожалуй, ну, я уже делал до этого, я знал, что это такое. Просто сделал вам показать. Выглядит это все вот так. Вот видите? Вот такая штукенция. Вот это вот юкола. Не конечно же, настоящее делается без соли, это маленько соленоватое, ну как бы русский вариант. Ну что еще про нее сказать? Да, пожалуй, больше нечего. Так что кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, как всегда, ставьте пальцы вниз. Самое главное, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал. На этом я заканчиваю. Следующее видео будет про копченый голову лосось горячего копчения. Оно уже снимается сегодня, сейчас начал снимать. Завтра я его пойду коптить. Простыл маленько, на рыбалку не еду, вот. Делаем вот такие вот штуки. Вот это вот юкола. Ну все, всем пока.